До выпускных экзаменов у самарских школьников остается почти 2 месяца. Какую профессию выбрать и в какой вуз пойти учиться? Помочь определиться может акция «Время выбирать». Экономисты, учителя, врачи, юристы. Выбор большой. Интересует 11-классников и авиакосмическая отрасль. Площадка Объединенного Самарского университета вызвала большой ажиотаж. Меня это увлекает. Я это хорошо все понимаю. Собираюсь идти в аэрокосмический институт. Это космическое авиастроение, спутники. Это все дело. Я считаю, что это будет полезно для нашей страны. Акция «Время выбирать» проходит второй раз. Все вузы города подготовили для школьников презентации, в которых рассказывают об истории и факультетах своего учебного заведения. Потенциал вузов нашей Самарской области сейчас очень высок. Мы можем на очень высоком уровне готовить практически любого специалиста. Мы должны наиболее подготовленных, самых высокоинтеллектуальных ребят оставить в Самарской области. Каждому вузу отводится 10 минут. И за 10 минут надо показать, почему именно в этот вуз должен пойти наш выпускник. И вы знаете, многим это очень удается. Ребята потом могут выйти из зала и еще и побеседовать с представителями вузов и задать все интересующие вопросы. Акция «Время выбирать» пройдет в Сызрани, Тольятти, Новокуйбышевске и Отрадном. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.